Всем доброго времени суток, с вами Кононова Анна, интернет-проект Фаберлик Онлайн. И сегодня в этом коротком видео я расскажу, как актуально и быстро рассказать новичку, сколько стоит доставка продукции и какие виды доставки продукции есть в его области и в его страны. То есть это видео актуально для всех стран, с которыми сотрудничает компания Фаберлик. Итак, заходим с вами в личный кабинет и катим колесиком в самый низ. Если вы проживаете в России или ваш новичок проживает в России, неважно, где проживаете вы, то вот тут вот внизу есть доставка. То есть если вы, допустим, с Украины, то вам тут надо поставить букву РУ, да, то есть выбрать Россию, и тогда у вас будет российский сайт, и актуально вот данная кнопочка. Нажимаете «Доставка», и тут у вас есть доставка по всей России и доступные способы доставки. В данном случае меня спросили, сколько стоит доставка в Магадан. Да, то есть Магадан – это Россия, Магаданская область. Да, то есть я гуглю в интернете, допустим, слово Магадан, и смотрю, какая это область, какая это страна. Вот, так, минутку беру. Так, Магадан. Так, вот, да, уберу Магадан, да, то есть вот так вот. И смотрю, Магадан, город России, Магаданская область, да, то есть что мне нужно сейчас найти, да, то есть я смотрю, доставка по России поделена на 4 зоны. То есть вот она, Магаданская зона, это 4-я зона. И что тут получается? Если доставка до 2000 рублей, то доставка стоит 449 рублей. Если заказ от 2000 рублей и более, доставка получается 799 рублей. Да? То есть, к примеру, если ваш новичок проживает в 4-й зоне, да, то есть вот 4-я зона. 3-я зона получается у нас с вами такая вот, да, то есть вот стоимость, да, доставки 3-й зоны. 2-я зона, вот стоимость доставки, да, получается. 1-я зона, вот стоимость доставки получается, да, ну я на данный момент живу вот как раз в 1-й зоне, Киров-Кировская область, вот, и, конечно, вот таким вот образом я смотрю, где это находится. То есть если я наберу сейчас, где, да, находится Киров, запятая, Кировская область, да, то мне покажет мой регион. Да, то есть вот, ну, так, вот, значит, Википедия, да, то есть город в России, административный центр Кировской области и так далее, да, то есть очень легко все смотреть. Вот, далее, значит, поехали с вами. Если вас интересует доставка, допустим, в Казахстан, то вы применяете страну Казахстан, да, давайте вот, давайте посмотрим Казахстан, нажмем «Выбрать». И также у вас тут будет доставка, да, то есть если в разделе «Помощь» нету ничего, то мы с вами набираем «Наша география» и смотрим доставку до агентского пункта или почты, без разницы, в Казахстане есть почта, да, то есть смотрим «Казахстан», смотрим любая область, какая вас интересует, да, и выбираем город в этой области, тоже любой, какая вас интересует, и нажимаем «Искать». То есть тип пункта выдачи можно не выбирать. Да, и тут написано, что, во-первых, есть вот такая вот Казпочта, да, то есть вы можете смотреть на карте, то есть Казпочта есть там. И также есть телефон пункта выдачи и сколько будет процент доставки, то есть 9,5%. То есть так вы можете смотреть любого новичка. То есть на почту идет фиксированный сбор пункт выдачи, да, раз не написано, да, сколько будет доставка, а в агентский пункт будет 9,5%. Вот таким вот образом в любой стране вы можете смотреть доставку, да, к примеру, зашли Армения, быстренько вниз, да, то есть тут нету опять-таки доставки, значит, вам нужно зайти в раздел «Наша география», да, то есть выбрать страну, Армения, да, вот она, Армения, и выбрать область,
какую надо, да, и выбрать город, какой надо, и также нажать «Искать». И тут у вас также будет доставка, да, то есть смотрите, вот. Ну, тут, конечно, очень все непонятно, но тут есть номера телефонов, и ваш кандидат на регистрацию может позвонить, в принципе, посмотреть, да. Также можно посмотреть на карте, где это, да, то есть вот видите, да, где это. Карту можно уменьшить, и вы увидите, где это уже сверху, да, то есть вот таким вот образом уменьшаете, и видно, где это находится. То есть новичку можно даже скопировать и показать, где пункт выдачи, да, то есть вот копируете принтскрин и высылаете. То есть, в принципе, все очень удобно и просто.